11.07 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня вторник, 21 августа. Во втором части будем ожидать у нас в студии Владимира Шабардина, уполномоченного по правам ребенка в Кировской области, и Павла Гуртова, директора благотворительного фонда «Наследие Вятки». Павел Валерьевич был у нас в четверг в прошлый. Мы в том числе говорили о благотворительности. Решили расширить и углубить тему, потому что тема актуальна и злободневная. Там, до сих пор мы, в частности, видим сборщиков денег на улицах нашего города. Да, но мы просто другой аспект берем благотворительности. Мы говорили в четверг о том, какие проекты способны реализовывать фонды. А сегодня мы будем говорить о том, как относиться действительно к сбору пожертвований на улицах. Теперь у нас в автобусах собирают еще пожертвования. И как это должно быть правильно, на самом деле, организовано. Напоминаем, что в том числе и по нашей инициативе в прошлом году состоялось подписание благотворительными фондами Кировской области декларации о несборе денежных средств на улицах. Тем не менее, мы видим, что летом, просто вот сейчас совсем недавно, и до сих пор высыпали опять подростки в ярких У меня опыт жилетах. Общения буквально позавчера был. Да, и вот этот, это очень важный вопрос, потому что, с одной стороны, мы должны понимать, куда уходят деньги, с другой стороны, должны понимать, что думают дети, а это дети, которые надевают на себя вот эти жилеты и ходят с вот этими ящиками по улице, что они думают, как такая деятельность влияет вот на них на самом деле. Это внимание родителей, всех подростков, которые летом зарабатывают на улицах таким образом. Да, после 12.05 это все будет у нас, напоминаем. Ну а в первом части нашей программы тоже не менее ответственная, важная тема. У нас в последнее время наметилось такое плодотворное, надеемся, сотрудничество с управлением Россельхознадзора по нашему региону и Удмуртской республике. И вот сегодня очередной визит представителя этого ведомства. Сразу же поприветствуем. Елена Плюснина, заместитель начальника отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике. Елена Владимировна. Да, невеселый у нас повод для встречи. Сейчас мы к этому поводу, к невеселому обратимся. Вот когда тебя Володя спрашивает, с какой новости начать, с хорошей или с плохой, ты какую выслушиваешь первой? Я где-то недавно слышал, в чем хорошая новость? А, в том, что плохих новостей нет. А, ну вот, ты видишь, потому что, конечно же, мы сегодня будем говорить за контролем продукции животноводческих хозяйств, но я спросила до эфира у Елены Владимировны, а контролирует ли качество и здоровость меда ваше ведомство, потому что как раз медовый сезон, и мед продается, и медовый спас прошел, насколько я помню. Он позади, но ярмарка продолжается. Вот. И осуществляет ли ваше ведомство контроль меда? И что у нас с медом? Прям самый актуальный сейчас вопрос. Все его покупают, запасаются на зиму. Как с медом дела в Кировской области? Качество меда у нас есть требования технических регламентов Таможенного союза. Согласно им, каждая партия подвергается лабораторным исследованиям. Кроме всего прочего, учитывается эпизодическое состояние местности. А каждая партия это как? Вот то, что поступает на прилавки магазинов, рынков каких-то? О каких партиях мы имеем и говорим? Да. Мед у нас откачивается в определенную тару. При отборе проб на тару накладывается пломба, после чего ее изменить невозможно. Тут, Елена Владимировна, вопрос вот какой. Есть несколько вариантов покупки меда. Ты можешь пойти в магазин и купить мед там. Он упакованный, на нем стоит там штамп, все дела. Ты можешь пойти на ярмарку. И мы не знаем, как там контролируется качество меда, получают ли сертификаты те, кто продает на ярмарках. И третье. Ты можешь покупать с рук у знакомых, друзей, знакомых и прочее. Вот где-то узнал, что есть пасечник, договорился с ним, заплатил, он тебе привез. Давайте начнем о покупке с рук. Давайте. Вот самое важное. Вот самое последнее, да, что мы озвучили? В этом случае мы только доверяем производителю и продавцу. На слово, в смысле, доверяем, на да? На слово. Угу. Надеемся на его репутацию. Угу. Этот мед тоже может быть проверен, но проконтролировать тут, в принципе, невозможно. Вторая ситуация — это ярмарки. На ярмарку мед поступает, как я вам говорила, уже под пломбой. Угу. На него выдается ветеринарный сопроводительный документ. На ярмарках, как правило, присутствует ветеринарный врач субъекта. Он проверяет сопроводительные документы, проверяет соответствие привезенной продукции и дает разрешение на реализацию. Вскрытая тара
не допускаются для реализации на ярмарках. А пробники как? На каких основаниях? Там же людям еще дают возможность вкусить этот мед. Под контролем станции, ветеринарной станции. Ну, в магазинах все понятно. Там уже все проверено, все упаковано и все сделано. Маркировка нанесена. А вот если все-таки, все равно это распространенная история, если все-таки там покупают из рук и так далее. Вообще у нас какая с попчелом ситуация эпидемиологическая в Кировской области? Были ли когда-то и какие болезни, какими болезнями пчелы болеют, что, может быть, мед испорчен и вреден? В основном у нас на пчелах можно найти клещей. Ага. То есть это не своевременные обработки маленьких животных. А это как-то на меде сказывается, если пчелы заражены клещами? Сказывается на количестве меда, естественно, качество больного животного. Клещи убивают просто пчелы. Пчела у нас тоже животное. Да, и они дают некачественный мед. Она не может... Если пчелы болеют клещами. Полноценно собирать продукцию. Ну, ладно, это мы... Это важно, потому что все сейчас запасаются. Да, в общем, покупая на ярмарках, покупая в магазине, мы, собственно, ну, гарантированно нам, что продукция хорошая, она прошла проверку. А вот если мы через знакомых как-то находим, то тут стоит, надо наверное... Верить. Тут да. свой риск. Да. Тут ну, понятное дело, если там годами у одного и того же человека, да, приобретаешь, то... И тоже не факт. Ну, хотя, да. Ладно. Возвращаемся к новости, которая прошла в информационных лентах в начале августа. Я имею в виду случай африканской чумы свиней, буквально на границе с Кировской областью, Нижегородская губерния. Насколько сейчас вот ситуация остро стоит, пожалуйста, Елена Владимировна, просветите нас. И стоит ли опасаться, вот так всерьез опасаться, что эта инфекция и у нас в области тоже распространится? Ну, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, хочется переплюнуть, да. Так близко к нашей границе это заболевание не подходило еще ни разу. Это впервые, да? Впервые. Угу. По последним данным, это было в 7,5 километрах от нашей границы со стороны Санчурска. Ага. Ну, 7,5 километров, мы понимаем, что это условное вообще. Очень короткое расстояние. Учитывая территории нашей области, Нижегородской в том числе, это очень мало. Да. Единственное, что могу сказать для успокоения, это был маленький поросеночек этого года рождения, сигалеток. Угу. Он был еще с мамой, и со слов охотников, они далеко не мигрируют. Мама их собирает обратно в случае опасности, и они остаются на своей территории. Речь идет о диких кабанах. Дикий кабан. Ага. И вот я последнюю новость, которую я по этому поводу читала, это то, что охотники как раз организовали, да, деятельность по нахождению этой семьи. Эта семья кабанов вся полностью сейчас выловлена или нет? Они у нас не были меченными животными, а поэтому мы гарантии мы с вами дать не можем. А подробности вот этого случая можете рассказать? Там как его... Обнаружили, да, вообще? Как-то обнаружили? Просто достаточно... Отстреляли на охоте. А, отстреляли на охоте, потом сдали на анализ, да? Спустя несколько дней сдали на анализ. И выяснилось, что, и выяснилось там... что там вирус... Африканской чумы. Да. Внешне он никак не проявлялся. Угу. Прервемся на полминуты. Давайте. И продолжим разговор о том, какие актуальные данные по заболеваемости животных в регионе сейчас существуют. Мы сказали, что мед в порядке. Нет никаких данных, что что-то плохо. По африканской чуме мы, кстати, говорили в предыдущих наших программах и объясняли механизм, как заражаются, собственно говоря, животные, как это потом вот циркулирует среди домашних животных и сказывается на человеке. И нам очень важно, конечно, понять, что и в других регионах соседних какова ситуация, которая граничит с нами. Мы, например, знаем, что не очень благополучная ситуация в Удмуртии, насколько я понимаю, да. Вот разберемся во всем этом после перерыва. Продолжаем. Продолжаем разговор, да, с Еленой Плесниной, заместителем начальника отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике. Мы с вами сейчас отметили случай, который в 7 километрах, буквально 7,5 километрах от границ Кировской области совсем недавно произошел. Это когда семья диких кабанов, которая была заражена африканской чумой, каким-то образом... Но один представитель нам этой семьи. Нам непонятно. Мы с Володей Елене Владимировной в перерыве задали этот вопрос, но она не охотник, и она не знает обстоятельства отлова вот этого маленького кабаненка. Я думаю, что у слушателей, особенно кто охотники, этот вопрос возник, потому что каким образом можно отстреливать или отлавливать кабаниху с кабанятами, не очень понятно. Надо будет с охотниками поговорить на эту тему. Но каким-то образом все-таки эта ситуация вышла наружу, и
оказалось, что есть африканская чума. Это очень опасное заболевание. Напоминаем, что до конца 2018 года в Российской Федерации, во всей Российской Федерации должны быть уничтожены все свиньи на всех частных подворьях. То есть люди больше не имеют права, там, начиная с следующего года, содержать на частных подворьях свиней. Только в больших, на больших предприятиях. Да, это, да, это в связи с тем, что вот борьба с африканской чумой не имеет, судя по всему, в мире никаких других инструментов. Правильно, Елена Владимировна, я запомнила, да. Так ведь? Новое законодательство. Да. Да. Необходимо перевести на альтернативные виды животных. Я папе своему, когда рассказала эту историю коренному белорусу, он был в шоке. Как можно, говорит, без свиней жить на подворье? Да, как наш русский, белорусский человек. Поэтому мы и говорим, что особая опасность от африканской чумы свиней – это экономический ущерб. То есть это у нас наиболее распространенный вид продуктов питания. Вот этот случай в Нижегородской области, он последствия этого. Вами в Россельхознадзоре что предпринято в смежных ведомствах? Мы как-то вот сейчас мобилизировали свои силы, мы усилили контроль за ввозимой свинины там, в том числе. Контроль у нас непрестанно ведется, постоянно отбираются пробы по мониторингу, по исследованиям на африканскую чуму свиней. Исследования проводятся не только от животных, которые поступили на убой, но и от живых животных на крупных свиноводческих предприятиях. Угу. Это каким-то произвольным методом вы отбираете? Кровь отбирается от группы животных, исследуется. При получении отрицательных результатов мы имеем возможность реализации продукции. Скажите, пожалуйста, вот когда в каком-нибудь районе региона выявляется заболевание, кто несет ответственность за это? Ну, одно дело, когда это дикие животные, а другое дело, когда это на фермах, например, или на подворьях обнаруживается. Здесь однозначно сказать нельзя, кто виноват. Проводится расследование вплоть до уголовного. То есть это уголовный кодекс, да? По распространению инфекционных болезней может дойти до уголовной ответственности. Ну и, соответственно, наказание достаточно серьезное, да, за это? Естественно. Ну и последствия очень тяжелые. Муниципалитеты сами, главы муниципалитетов, они каким образом вовлечены в этот процесс? Они отвечают за эпизодическое состояние. А это прописано прямо в их обязанностях? Своей подконтрольной территории. Это что значит, что они должны организовывать? Они должны отслеживать правильность исполнения законов Российской Федерации на территории, где они осуществляют власть. Но они сами инициируют проверки или они должны просто участвовать в проверках, которые там каким-то графиком стоят в ваших, например, в вашем расписании? Это немножко не с той стороны мы с вами подошли. Так, ведите нас с той стороны, да? Как лучше подойти? Для глав администрации у нас предусмотрен четкий контроль на территории. Непосредственно они должны знать количество животных, где они находятся. Для того, чтобы... Причем даже в частных подворьях. Вообще все, тем да? Более пока, в частных, пока еще, да, в частных подворьях. Подворьях. Да, вот свиньи, для того, чтобы своевременно дать актуальную информацию для ветеринарной службы. Это очень интересно. Мы когда делали с вашими ведомствами эфир по землям, выяснилось, что в муниципалитетах даже не все земли учтены, в принципе. И непонятно, в каком статусе находятся. И мы знаем, что штрафы наложены, взыскание на глав муниципалитетов за то, что недолжным образом ведется учет земель целых, огромных там участков, десятки и сотни гектаров. А вот что касается подворьев, насколько ответственно главы подходят к этому? И есть ли у нас образцовые такие главы, которые знают каждую курицу в каждом дворе? Вот так, положа руку на сердце, ну, да. Честно признаться. Ну, насколько добросовестно главу муниципалитетов исполняет так, вот эти обязанности? Есть к чему стремиться. Есть к чему стремиться. То есть не очень с этим делом. Почему так? Если у нас учтены полностью дворы, в которых содержатся животные, то по количеству есть... А они должны отслеживать и количество в том числе? У нас законодательством Российской Федерации в сфере ветеринарии предусмотрена поголовная идентификация животных и учет. Но как это происходит? Вот это кто должен быть? Ответственный хозяин? Например, я решила закупить десяток кур, там еще гусей, козу. Зачем тебе столько много?
А сколько, ты думаешь, кур нужно закупать? 2 десятка кур, например, у тебя должно быть. И гусей должно быть штук 15. Питок хватит на семью, я думаю. Ну, так масштабы у тебя не белорусские, понимаешь? А, не белорусские, ладно. Я не знаю. Хорошо, братья вот. Восточным славянам. Там, значит, да, я сама должна принести эти данные в муниципалитет? Или там глава муниципалитета обходит все дворы с какой-то периодичностью и сам считает поголовье? Законодательством предусмотрено, при приобретении животных мы должны их поставить на учет. Уведомить должны, да? Угу. Если до приобретения не было проведено идентификации, то есть бирка на животное не навешана или не нанесено какого-то таро, клеймо, угу, то необходимо сделать при постановке на свой двор. Там срок какой-то дается, в течение которого после того, как ты животных завел, нужно отчитаться о том, что они у тебя появились? По срокам не определено. Ага. Но просто написано, что... Сам хозяин заинтересован в том, чтобы к нему во двор вошли здоровые животные. Ага. Я помню. Во-первых, он должен при приобретении запросить ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие здоровье животного на момент вывоза. Вот здесь у нас оговоренные сроки, что до вывоза животных должно пройти не более 5 дней. То есть ветеринарное свидетельство действительно очень короткий срок, угу, так как оно может... Так хозяйство получило ветеринарное свидетельство на цыплят, а в течение 5 дней должны продать. Должны начать реализацию. Я просто помню наш опыт дачный. Мы покупали там просто для разнообразия эксперимента. Мы покупали как раз гусей, кроликов, кур. И мы их, честно говоря, на учет не ставили. А должны даже были? Даже не думали об этом. Это было в прошлом. Должны были? Должны были. Должны были, да? А люди, насколько, вот я к чему клоню, насколько люди просвещены и знают об этом массово? Постоянно через средства массовой информации, через листовки, через сходы доносится эта информация до простого человека. А если человек не поставил на учет, например, а его сосед сообщил об этом и выясняется, какова ответственность? После проверочных мероприятий человек может быть привлечен к административной ответственности. Штрафом. Угу. Большие или штраф? От 500 до 1000. За один факт. За факт. Это одна курица или 10? Без разницы. Просто нарушение. От количества не зависит. Этот штраф для частного лица. А для постановки на учет требуются какие-то затраты? Ты должен заплатить за то, что ты ставишь на учет животных? Насколько я знаю, оплата не предусмотрена. Просто нужно поставить. Просто поставить на учет. А, кстати, и быть готовым, да, предоставить их для осмотра ветеринарному специалисту. А, кстати, каких животных мы имеем в виду сейчас, вот говоря? На учет надо вообще всех. Всех и животных. Кошки, и собаки, и птицы. И как мы вспоминали с вами про пчел. И пчелы. И пчелы, и копытные. Все, в общем, все, да. Все, ага, абсолютно. Да. Ну, вот смотрите, мы начали говорить о ситуации в Удмуртии. Поправьте меня, если я не права, но у наших соседей ситуация эпидемиологическая не столь благополучная, как у нас. И, насколько я понимаю, провал такой случился в связи с тем, что, в отличие от Кировской области, вовремя не была организована вакцинация грамотная и массовая. Так? Расскажите, пожалуйста, про это. На данный момент у нас 4 неблагополучных пункта на территории Удмуртской республики по гриппу птиц. Просто мы напоминаем, что это у нас Игринский Россельхознадзор район по Кировской области, да, и по Удмуртии. Два субъекта федерации, да. Какие еще раз районы? Дебесский и Игринский район. Угу. По 2 случая в каждом и по 2 неблагополучных пункта. А, это на частном подворье где-то? На частном подворье. Частных хозяйствах, да? Птичий грипп. Птичий грипп. Угу. Завезены они из-за пределов Удмуртской республики. Каким образом? Вы выяснили? Сейчас находится в розыске человек, допустивший. Он привез в Удмуртию и продал больных животных. Да, и буквально через несколько дней они начали гибнуть. Начали гибнуть. А анализы показали, что это тот самый? После исследования в лабораторию вирус подтвердился. Угу. А как он их продавал, этих животных, если вы знаете, может быть, уже там как расследование идет, он их продавал вот как раз сертификатами или по знакомым? Вот как раз, как мы с вами и выяснили, что
дал объявление, приехал, продал, уехал. В частном порядке. Люди просто взяли объявление, купили, не запросили сертификаты, не посмотрели, откуда, чего. А часто ли, кстати, подделка идет вот сертификатов? В настоящее время подделать сертификат практически невозможно, потому что мы его можем проверить через электронную систему. Сейчас, да, электронные. Это куда нужно зайти, чтобы проверить? Заходим просто в интернет, набираем «Меркурий» для проверки документа, и можно по коду проверить. Или по штрих-коду можно навести. Электронная система «Меркурий», которая внедрена по всей стране и которая прослеживает судьбу животного от его рождения до там, последнего момента жизни, доступна абсолютно всем. Интернет, «Меркурий». И вот вам представляют сертификат, вы код вбиваете и видите, есть вообще такое в этом мире или нет. Да? Видим этот документ. И видим этот документ. И это прямо можно сделать непосредственно, там, придя уже, например, на рынок, где торгуют вот этим. Конечно. Да, то есть мобильное устройство, если у тебя есть, да, прям туда посмотрел, забил, и все. И должно и проверил. Быть. Просто это же достаточно активно торговля у нас проходит. Вот я периодически просматриваю районные газеты, которые в районах области. Там же постоянно сообщения идут. Там, продажа цыплят, бройлеров, кур, не сушек. Вот это из раза в раз, из номера в номер. Прервемся на полторы минуты и еще про вакцинацию поговорим. Потому что я не знаю, изменилось ли отношение людей к вакцинации животных. Насколько активнее стали вакцинировать. Потому что в прошлые годы очень часто на этом экономили. Не обращали на это особо внимание, если не доедет до тебя бесплатно, вот по акциям, там, да, машина с вакцинами, то сам и не пойдешь. Как вот сейчас частное подворье к этому относится, мы через полторы минуты и узнаем. Елена Плюснина, заместитель начальника отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике. У нас в студии мы занимаемся просвещением. Да, просвещением всех, кто содержит животных на своих подворьях, домах, квартирах. Мы до кошек, собак все-таки. Вот мы договорились, что надо добраться, доберемся еще. А сейчас поговорим про вакцинацию животных, не кошек, а собак. Проговорим про вот как раз птицу. Те, которые яйца животных несут, мясо дают. Да, совершенно верно. Как изменилась ли ситуация, отношение к вакцинации и насколько теперь масса, может быть, в процентном соотношении вакцинированных животных на подворьях? Тут я могу сказать за Кировскую область. Угу. На территорию нашей области тоже была ввезена одна партия птицы. Но вследствие того, что все животные были вакцинированы и вновь приобретенные тоже сразу же подверглись вакцинации, у нас зафиксировано заболевание нет. То есть вот это как происходит? Привезли партию птицы с птичьим гриппом. Наши животные устойчивые, они не заразились, потому что вакцинированные. А этих когда к вам доставили для вакцинации, с ними что произошло? К нам привезли не зараженных птиц. Так. Просто извне привезли птицу. Она оказалась здоровой. Так. Она была поставлена на карантин. Угу. И в период карантина привита от птичьего гриппа. Это вы рассказываете, как это происходит? То есть у нас всегда, когда на территории Кировской области поступает партия, ее вакцинируют? Новые животные, птицы. Ее вакцинируют? Во-первых, они изолированно содержатся в течение 30 дней. Месяц. Для того, чтобы не было перезаражения в случае инкубационного периода заболевания. И в этот период проводятся необходимые лабораторные исследования. За животными постоянно ведется наблюдение специалистов. И плюс вакцинация от необходимых заболеваний. А люди как сейчас относятся к вакцинации? Насколько ответственно? Крайне редко, но отказы от вакцинации собственных животных бывают. Под каким предлогом? И имеют ли право? За нарушение правил содержание животных, они привлекаются к административной ответственности. А почему опять отказываются-то? Да. Опять же штрафы. Почему отказываются-то? Ну, мы с вами знаем, что и детей не все дают вакцинировать. А, да вы что? Такое принципу вот отношение? То есть зачем? Принципу. Зачем мне вакцинировать? Я не буду. Хотя зачем они у меня там за ворота не выходят? Они у меня нигде не бывают. Зачем хотя вакцина-то там, да? Ведь она недорогая, мы говорили. Как правило, от инфекционных заболеваний даже бесплатно прививают. Даже бесплатно прививают. Вот просто такое отношение. Зачем не буду, да? Всю жизнь жил без вакцины, растил животных и буду так дальше.
Но здесь я хочу заметить то, что инфекционная болезнь мы ведь можем принести домой и на ногах, на одежде. Из леса. Из поля. Если, допустим, взять африканскую чуму свиней и брать во внимание, что в лесу, возможно, вот-вот до нас дойдут инфицированные кабаны, то, пожалуйста, можем заразить своих свиней. Ну, ты просто, если после ты там похода на одежде принес остатки жизнедеятельности этих свиней к себе на подворье, вот тебе, пожалуйста, и заражение, да? Об этом речь можно идет. Можно долго думать, откуда оно взялось. А оно есть. То же самое и с птицами говорили, потому что если пролетающая птица над незакрытым сверху курятником сделала свои дела, то птица может заразиться, да. То есть же правила определенные содержания именно птиц для того, чтобы можно было уберечься. Люди суеверные, это хорошие приметы, считаю, когда птица сделала свое дело. На человека. А на самом деле это, оказывается, может быть очень даже плохо. Для этого и закрываются сверху, запрещаются выгул животных на период заболеваний. Где птичник обустроен, он должен быть сейчас по правилам закрыт сверху. Правильно я понимаю, что в целом вот эта ситуация с болезнями животных в Кировской области сейчас под контролем, и если не 100% безопасность существует, то приближающаяся к этой цифре. 100% гарантии, наверное, не даст никто, но все, что зависит от специалистов, от людей, которые содержат животных, им тоже надо отдать должное, что до сих пор у нас область относительно благополучна по инфекционным болезням. Вот неблагополучная Удмуртия, куда сейчас постоянно ездит наш Россельхознадзор, с этим как вы взаимодействуете, что предпринимаете? На данный момент там введены ограничительные мероприятия. Птица, которая была в контакте с больными животными, уничтожена и сожжена. Большие партии? И это единственный способ, да, борьбы? Нет, там буквально чуть больше 200 голов. Но на момент карантина оттуда запрещен вывоз продукции, ввоз ограничен. Экономические потери. Также точно и по продукции животного происхождения. Елена Владимировна, как часто нужно вакцинировать своих животных? Что касается человека, мы все знаем, есть национальный календарь прививок, да, где все расписано, когда, в каком возрасте. А животные домашние? Можно сказать, что тоже есть календарь. Тоже есть, да? Он называется планом противоэпизоотических мероприятий. Ага. Он в открытом доступе где-то можно посмотреть? Его составляют управление ветеринарии, и о сроках вакцинации доводят путем сообщение распространение. Понятно. Если нет, же... нет, мне непонятно. Нет, в электронном же... виде или там какие-нибудь объявления висят распечатанные? И в электронном виде выкладываться на сайте. Вот самое важное. То есть и у всех уже плюс по-прежнему информация как минимум у муниципалитетов, которые обязаны контролировать, отслеживать, активное участие в этом принимать. Точно у всех есть доступ к интернету, они точно все могут посмотреть этот график и оповестить любыми силами людей, которые проживают на территории муниципалитета. Да? В основном это, естественно, весенний период. Весенний период. Весенний, ну да. Ну, я знаю, там в маленьких деревнях, в селах, например, Кировской области, там где-то, ну, которые жилые, да, еще, которые там вывешивается объявление, в такой-то день приедет специалист, будет вакцинация проводиться. Знаешь, Володь, вот что меня удивляет? Да. Что ты почему-то про рыбу не спрашиваешь ничего? Про рыбу? Да. У меня даже в голове не укладывается, что ее каким-то образом можно вакцинировать. Ну, не вакцинировать. Вакцинировать мы точно еще не научились. Но что с рыбой у нас происходит? Она насколько заражена, не заражена? Как контролируется состояние? Там рекомендации какие выкладываются? Где можно ловить, где нельзя? Во-первых, точно так же проводится мониторинг добытой рыбы, исследоваться на паразитарное заболевание, на вредные вещества. На территории Кировской области, сколько проводится мониторинг, у нас всегда рыба отвечала требованиям. Кого конкретно вы контролируете? Кто у нас добывает? Но надо сказать то, что мы отбираем для мониторинга рыбу, которая прошла ветсанэкспертизу и признана годной к употреблению. Это мы имеем в виду привозную рыбу какую-то? Морскую? Нашу. Нашу? Речную. Речную?
И речную в том числе мы исследуем. Да. Вот есть, значит, каждый год выдаются лицензии на вылов рыбы. У нас, насколько я знаю, в мелкопромышленных масштабах занимаются там выловом и продажей только в Вятских Полянах. Там стоит несколько коптилен, и там люди каким-то образом на этом зарабатывают. Все остальные рыболовецкие бригады работают на себя, что называется, не для продажи, просто вылавливают эту рыбу. Вот по этим бригадам рыболовным, по ним идет мониторинг, насколько я понимаю. Мониторинг идет как раз по предприятиям, которые профессионально вылавливают и реализуют. И продают. Конечно. А вот просто рыбаки, которые ловят рыбу где угодно. Им рекомендовано обращаться на ветеринарные станции для проведения ветеринарной экспертизы, в частности, эпитоксикоз. А, то есть не сразу с речки побежал там жена, давай скорее уху вари или жарь вот рыбу пойму. Как вы сказали, вот нужно это сначала через станцию пробежать. Эпитоксикоз. Это что за болезнь такая? Это паразитарное заболевание. Паразиты, которых вот как раз вот могут быть в рыбе. А как бы, ну, я выловил, как же, рыбаки, свеженькое, только что поймал, сразу давай в уху или на сковородку. А если я пока доеду до ветеринарного там надзора, они потом еще карантин этой рыбе устроят какой-нибудь недельный. Как быстро происходит анализ? Рыба смотрится под микроскопом. Ну да, ну вот я выловила утром. Когда я могу получить анализ? Как обратились сразу? А тут же могут принять и тут же посмотреть. Сегодня могу забрать результат. Так? Конечно. Или нет? При вас могут проверить. Прямо при человеку. Вот, ты едешь с уловом. Если сомневаешься, там, заботишься о здоровье, можно доехать до ветнадзора, тут же типа, возьмут анализ, да, вот этой рыбы и скажут все, что там вводится внутри. Но при 100 градусах погибает вот это вот все, вот это вот. Эпидосархоз. Себя успокоить хочешь. Методом варки или жарки, да, продолжительный. Можно ли это уничтожить? Это важно сейчас, как раз рыбалка тоже. Здесь не стоит рисковать, потому что лучше 100% гарантии не дает. Даже 100-градусная обработка. Даже копчение, жарение. А копчение тем более. А уж вяленье тем более. Вяленая рыба каким образом проверяется? Она проверяется? Ну, это, наверное, одна из самых опасных штук. Вот, да, потому что там практически никакой обработки термической там нет. А если я после этого там тыквенных семечек поем? Я сейчас не понял, о чем это. Ты же в деревне вырос, как ты не понял? Пижма, тыквенные семечки и все остальное. Не увлекался, к сожалению. Тыквенные семечки в основном против круглых червей, если будем вдаваться в подробности. Понял? А у взрослых животных, и в том числе у рыбы, это ленточные черви. То есть совершенно другая технология выведения. И очень, да, сложная достаточно. Сложная и болезненная история. Между прочим, кстати говоря, Володя, это хорошая история для программы «Слушайте доктора», потому что дегельминтизация, как говорят врачи, должна проходить у людей тоже 2 раза в год, весной и осенью, но осенью особенно, да, у всех, потому что очень часто не обращают внимания на этот момент, он давно, как бы кажется, в прошлом эта история про грязные руки и всякое прочее, а тем не менее наличие гельминтов, в том числе вот ленточных червей в первую очередь, это, конечно, да, приводит к очень тяжелым заболеваниям, и это обязательно нужно делать, сделаем отдельную программу по этому поводу. Так, у нас минута остается. Несколько слов, Елена Владимировна. Все-таки первые итоги внедрения электронной сертификации, ветеринарной сертификации. Мы посвящали этому эфир. Могу сказать, что на территории Кировской области 100% документов выписываются в электронном виде. Все, 100% достигли. 100% достигли. За прошлый месяц около 2 миллионов выдано ветеринарных сопроводительных документов. И хочется отметить недостаток, то, что по данным Россельхознадзора всего 76% гасится, то есть не в полной степени по правилам принимается продукция для реализации. Это о чем говорит, вот если простым языком? Что же такое происходит? 100% электронных документов, а 76% гасится. У нас предусмотрено законодательством, что при приеме мы документ должны будем погасить, то есть поставить на него знак, что он использован, для того, чтобы повторно не было перевозки продукции по этому же документу. Угу. Почему оставшиеся 24 не гасятся? Что это, забывают, нарочно не гасят или что? Не доезжает продукция.
По нашим сведениям, это мелкорозничная торговля. Не подключенные к системе. Они уже подключились, но еще не достигли идеала в работе. Но вы ведете с ними работу? Конечно. Ведете. Конечно. Спасибо. Елена Плеснина, заместитель начальника отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Кировской области Удмуртской республики. Мне кажется, что мы все дальше и больше узнаем вот такие вот важные, на самом деле, тонкости работы ветнадзора, которые сказываются на жизни буквально каждого человека. Вот все-таки запланированный эфир про кошек и собак мы очень просим. Про постановку их на учет. И все, что связано с домашними кошками и собаками, там, в законодательстве новое и прочие случаи бывают. Мы прям просим у Россельхознадзора, чтобы он нам сделал такую программу. Сейчас первый час дневного разворота завершен. Новости, тематические программы и рекламу. И мы с Володей вернемся в начале следующего часа.